Всем привет, друзья! Очередной день на выставке Экспо Техностраж, где мы расскажем вам про беспилотные летательные аппараты и борьбу с ними. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ну и приготовьтесь к приключению. А начнем наш выпуск с компании ИТР, которая занимается защитой воздушного пространства от дронов. Андрей Владимирович, приветствую. Добрый день. Вашу компанию ИТР мы уже знаем, знакомились, встречались на МАКСе, соответственно, 2021 года. Расскажите, что изменилось, что сейчас привезли на Экспо Техностраж, что интересного есть? Сейчас на выставку мы привезли, скажем так, 4 наших основных устройства. Сразу же оговорюсь, что линейка устройств нашей компании не ограничивается именно этими устройствами. Мы готовы адаптироваться под конкретные требования каждого конкретного заказчика. Вот. Но здесь, на выставке, мы представляем, значит, оптико-электронную станцию «Хамелеон», радиотехническую станцию «Стриж-3», станцию обнаружения «Соловей» и ручной блокиратор направленного действия «Гарпун-3». Насколько я помню, на Максе была представлена предыдущая еще модель, и сейчас она доработалась как-то. Что изменилось? Значит, если вы имеете в виду наш «Гарпун», то на Максе был представлен «Гарпун-2М». Но по просьбе многих заказчиков, которые высказывали пожелание уменьшить вес и габариты данного изделия, мы пошли навстречу, переработали конструкцию изделия таким образом, что он стал короче на 300 мм, стал легче на 3 кг за счет применения композитных материалов, за счет некоторого уменьшения емкости аккумуляторной батареи, но взамен мы предложили вторую батарею в комплекте, с сохранением всех основных характеристик самого изделия. Андрей Владимирович, еще один вопрос. Скажите, для наших зрителей, для наших подписчиков, напомните, чем конкретно, скажем так, отличается ваша техника, да, от других направлений? Против каких летательных аппаратов работаете вы? Сразу же хочу сказать, значит, отвечая на вопрос, что мы не ставили перед собой целью борьбу с боевыми беспилотными летательными аппаратами, которые находятся на вооружении многих стран мира, в том числе и НАТО. Вот. Наша задача защитить объекты гражданского сектора от неправомерного использования беспилотных летательных аппаратов коммерческого назначения, типа DJI Phantom, Mavic, ну и многих других там производителей, французских, американских и так далее. Например, в закрытой зоне Санкт-Петербурга, в районе Конституционного суда, несмотря на то, что через каждые 10 метров стоят таблички «Бесполетная зона», «Не летать», фиксируется в год не менее 12 тысяч нарушений воздушного пространства. Фиксируется нашей техникой, которая установлена для защиты Конституционного суда. Вот здесь, кстати, хотелось бы задать несколько вопросов. Что происходит? Допустим, какая именно техника может, скажем так, вывести из строя дрон? И что с ним происходит? Вот как ваша техника работает? Значит, спасибо за вопрос. Значит, в основу наших технических решений положен принцип, что мы не оказываем летального воздействия на дрон и не уничтожаем чужое имущество преднамеренно. Вот. Наш принцип основан на мягком воздействии на дрон. То есть, возможно, два режима воздействия. В первом режиме мы либо отгоняем дрон, и он возвращается в точку старта. Вот. Второй режим – мы заставляем дрон совершить аварийную посадку. Окей, тут понятно. Ну и, конечно, вопрос, скажем так, какое будущее? Что видите в ближайшем, необозримом будущем, да, для компании? Какие планы, возможно, ими поделитесь? Ну, во-первых, значит, одно из планов нашей компании является то, что мы хотим создать
линейку комплексов, во-первых, для силовых ведомств, для сопровождения автомобильных колонн, для защиты воинских подразделений в пунктах там, временного размещения, когда они приходят, останавливаются на пару часов для отдыха. Когда все-таки в военную сторону смотрите, планируете развиваться? Опыт последних вот событий показывает, что те предложения для силовых структур, которыми они пользовались ранее, они не учитывают некие мелкие нюансы действий вот этих воинских подразделений. У силовых ведомств возникают уже вопросы к промышленности, в том числе и идут обращения и в нашу фирму. Соответственно, мы, как истинные патриоты, идем навстречу этим пожеланиям и готовы предложить свои разработки и для силовых ведомств. А для гражданского сектора мы хотим предложить, например, станцию, которая будет осуществлять точечное воздействие на конкретный летательный аппарат. Для этого мы хотим, значит, гарпун наш установить на двухосевой ротатор, который под управлением радиолокационной станции, которая здесь, к сожалению, не представлена, будет воздействовать не на все дроны, которые летают в нашем защищаемом радиусе, а только на конкретный дрон. Потому что среди того множества дронов, которые могут летать в нашей зоне ответственности, могут находиться ведь и законопослушные пользователи, которые выполнили все рекомендации Росавиации, получили все необходимые разрешения. И безопасность одних не должна ущемлять законные права других. Андрей Владимирович, большое спасибо за такое содержательное интервью. После дронов и антидронов логично было бы продолжить беспилотными летательными аппаратами. Именно это я и предлагаю сделать. Валерий Николаевич, приветствую. Здравия желаю. Расскажите немножко о компании, что привезли на Экспотехностраж, что интересного и нового, если такое есть. Акционерное общество «Эникс», как коллектив, существует с 1982 года. Как закрытое акционерное общество, как акционерное общество, это с 1988 года. Постоянно мы занимались только беспилотными летательными аппаратами, в том числе и воздушными мишенями. То, что здесь представлено, это часть продукции, которую можно показывать, как говорится. И нет воздушных мишеней, потому что выставка тематическая, относящаяся только к защите, скажем прямо. Защите, да. Это летательные аппараты, представленные здесь, которые выполняют роль разведчиков, корректировщиков огня. Все они различаются, во-первых, вы видите, величиной, назначением и продолжительностью нахождения в воздухе. От минимального до максимального какое продолжительное время нахождения? Ну вот элерон 5, который представлен здесь, это от 2,5 часов. А элерон, скажем, 10М, он уже 5 часов находится в воздухе. А насколько техника, которая, скажем так, производится вами, эффективна против различных перехватчиков и изделий, которые мешают беспилотным летательным аппаратам? Перехватчики еще рано, наверное, говорить. А противодействие, которое им оказывается, и в боевых действиях, и в Сирии, и сейчас показало, что они неэффективны. Ну, тем более мы проводили все испытания, как положено. Это приняты на вооружение аппараты, поэтому все виды испытаний они проходили.
Дело в том, что у него есть своя система стабилизации, свой автопилот, который понимает в случае воздействия, скажем, отсутствия спутников, он реагирует по-своему и продолжает движение, скажем так, в необходимом направлении по координатам, которые формируются у него в мозгах. Понятно. Даже если забить канал телевизионный, что очень сложно, потому что мы находимся как бы за бугром, и наземные средства нам не мешают. Если кто-то в воздухе будет находиться там и забьет канал, у него стоит еще и фотоаппарат, который постоянно ведет автономную съемку, прилетая... Статичную? Да, статичную. Он постоянно ведет съемку. И вот эта полоса, то, что он снимает с координатами, совсем все равно будет на месте. Долетает. Валерий Николаевич, вопрос по поводу самой компании. План развития, ближайший, возможно, вектор, что можете озвучить? Ближайшее – это 100% замена всех комплектующих. Расскажите подробнее, какие используются сейчас из импортных? Из импортных мы использовали радиомодемы, использовали телевизионные каналы. Сейчас это все мы заменили, все это стоит наше, именно наши разработки и нашего изготовления на нашей фирме. То есть все двигатели, ну они давно уже разработаны, стоят уже российские двигатели, ну и остальные все комплектующие. Валерий Николаевич, ну это действительно отрадно слышать, это очень здорово. Большое спасибо за содержательное интервью. Спасибо.